Минус 10, 20, так и 7, минус 50. Сегодня казанских моржей не останавливает даже сильный мороз. Они занимаются своим любимым делом, погружаются в ледяную воду. Настоящие энтузиасты, любители холодных процедур, собрались сегодня на озере Комсомольска в Дербышках. Андрей Аверьянов ныряет уже третий год. С ледяной водой подружился на крещенских купаниях. С тех пор это его любимое занятие. Полное отсутствие дискомфорта. Просто уже нравится. Это не страшно, еще зимой даже лучше. Мы ждем зимы. Настоящий морж со стажем – Марс Шахиев. 5 лет окунается в любую погоду. Говорит, закаливание не только приятное, но и полезное занятие. Сегодня делится секретом. Подружиться с холодной водой нетрудно. Главное – желание. В здоровом теле здоровый дух. Само подсказывает сердце, что нужно закаляться, заниматься физкультурой. Светлану Бесикееву сегодня все называют Снегурочкой. Признается, погружение в купель – лечение. Я жила в Казахстане, и у нас моржи, у нас 34 парни купались среди снегов, плыли. Я такая, я тоже так хочу. И пришла к этой цели. Через год я уже плавала так же. 5 секунд погружения в холодную воду, у вас полностью обновляется кровь. Вообще это про здоровье. Дед Мороз сегодня тоже есть. Уж ему мороз точно нипочем. Смотрите! Профессионалы советуют, прежде чем нырнуть в купель, нужно подготовиться, проверить свое здоровье и заранее записаться в клуб моржей. Такой есть в Дербышках. Несколько десятков энтузиастов он объединяет почти 60 лет. Вы начинаете летом, как обычно, ходите, купаетесь. Вот. Ближе к осени вода начинает сама остужаться. Вот. Также вы продолжаете заходить в воду. И когда она начинает более прохладная, вот, то есть вы смотрите уже по самочувствию. Если вам уже некомфортно, вы прекращаете. Чтобы после процедур любители холодной воды могли согреться, на берегу стоит баня-бочка. Рядом служба скорой помощи и сотрудники ГИМС. Все для безопасного зимнего купания. Для тех, кто не решился войти в ледяную воду, провели эстафету и приготовили фотозону. Каждый выбирает свое. Кому-то это очень хорошо, кто-то осторожничает. Мы пока к этому не созрели. Молодежь смотрит. То есть это закалка энергии, настроение и рождественские морозы, как раз кстати. Люди молодцы, закаляются, здоровый образ жизни, все хорошо. Так что, но мы еще не готовы к этому пока. Вода в озере зимой плюсовой температуры, так что моржам в купеле довольно тепло. Лилия Бнеева, Вадим Илларионов, ТНВ. Казань.